Как создать очень легкий эфемерный интерьер? Как внести в него нотку легкости, но при этом изысканности? На такое способен, конечно, исключительно только тюль. Не простой тюль, дизайнерский тюль. Ну что ж, по вашим многочисленным просьбам, легендарное возвращение нашего абсолютного хита. Миллионы наших телезрителей уже оценили по достоинству всю красоту, качество этого предложения. Арин, на самом деле цена просто фантастическая, я не могу об этом не сказать, ведь тюль шириной 3 метра. С помощью такого тюля вы с легкостью создадите действительно эксклюзивный образ вашего дома. Что самое главное, вы поднимете еще и высоту потолков за счет вертикальных линий. Ну и, конечно же, наполните свой дом светом. Но сегодня у нас есть для вас хорошая новость. Ведь у вас уже 6 цветов на выбор. Итак, мы видели золото. Давайте двигаемся далее. Необычайный цвет роскоши, модификация бордо. Я хочу сразу отметить, что бордо идет с краплением золота, за счет чего действительно будет достигаться такой очень роскошный и богатый интерьер. Двигаемся далее, ведь у нас 6 цветов на выбор. Итак, фиолетовый цвет для таких романтичных натур, я бы сказала, для творческих людей. Далее у нас гармония в вашем интерьере. Это зеленый цвет. Хочу также отметить, что зеленый тоже идет с краплением золота. Далее идет более светлый оттенок зеленого. Это салатовый цвет. Ариночка, да, давайте продемонстрируем, посмотрите. Салатовый цвет. Ну и, Арин, я предлагаю тебе продемонстрировать два цвета. Это, ну, конечно же, роскошь и богатство в вашем интерьере. Это золото и классика жанра белый цвет. Это модификация серебра. Блестит необыкновенно, также украшен люрексовой нитью. Арин, на самом деле серебро просто фантастическое. Это наряд невесты, я не знаю, это дизайнерское платье можно шить из такого материала. Посмотрите на эту красоту, посмотрите. Ой, зимой будет особенно роскошно смотреться на окне, когда за окном все серое. Посмотрите на этот белый снег золотой. Кать, слушай, ну когда я вижу такое серебро, золото, такую красоту, у меня сразу возникают вопросы про практичность. Вот бывает такое, знаешь, что что-то блестящее приобретаешь, обычно это с блузами, с платьями, конечно, но вот что блестки осыпаются. Ну, Арин, я с тобой согласна, конечно же, такое бывает, блестки могут и осыпаться в том числе, но когда это просто, знаешь, такое напыление, скажем так, у нас же тюль, уютная классика, это его величество жаккард. Это жаккардовая органза, созданная сложнейшим методом плетения и переплетения нити. Данный рисунок, данный дизайн, он просто вышит. Это ткацкое полотно. Именно поэтому данный блеск не померкнет даже через десятилетия. Проверим прямо сейчас в прямом эфире для вас. Так, останется ли блеск у нас на тюле, да? Ух ты, Катя, не жалеешь. Пожалуйста, посмотрите. Обратите внимание, за счет того, что это сложное жаккардовое плетение, данные узоры, они вышиты просто на тюле. Это, конечно же, уникальная практичность. Практичность на десятилетия. Ну что ж, и это бестселлер нашего телеканала. Сегодня в ограниченной партии. В некоторых цветах у нас остается всего по несколько штук на многомиллионную аудиторию телеканала Шоп-н-Шоу. 1699 рублей. Посмотрите на эту роскошь. Обратите внимание, закройте глаза и сейчас представьте, как этот тюль преобразит ваш интерьер. Это действительно будет как новая квартира, новый дом, новые впечатления. Мне кажется, это даже лучше, чем купить себе новое платье. Лучше украсить окно свое новым платьем по такой прекрасной цене. Давайте вспомним про цвета, Катя. Да, давайте посмотрим. Серебро, золото, салатовый, зеленый, фиолетовый,
бордовый. Да, необыкновенные оттенки. Хочу отметить, что если вы желаете создать гармоничный интерьер, да, внести нотку гармонии в свой дом, выбираем зеленые оттенки. Если вы желаете открыть потоки богатства в свой дом... О, я желаю какой выбирать? Золото, конечно, ведь фэн-шуй гласит о том, если вы желаете внести, открыть потоки богатства в свой дом, нужно повесить золотые шторы в своем интерьере. А я верю, кстати, в фэн-шуй. Я тоже верю, я им пользуюсь. Так, ну далее. Также у нас есть бордовый оттенок, ну это, конечно же, цвет роскоши, цвет королей, ну и цвет страстных натур. Если вы страстная натура, выбирайте бордовый оттенок. А цвет творческих людей, такой легкости и романтики, конечно же, фиолетовая модификация. Ну а для тех, кто хочет создать очень нежный интерьер, такой невесомый, визуально расширить пространство, сделать его очень легким, выбираем модификацию серебро. Слушай, Катя, даже интересно, у меня, вот знаешь, даже язык не поворачивается назвать тюлем это предложение. Мне кажется, это полноценное украшение, потому что мы привыкли, абсолютно, что тюль – это что-то с портьерами, портьеры берут на себя акцент, это просто прелесть. На самом деле, как бы, портьеры, конечно, все это хорошо, но согласись, когда тюль такой легкий, воздушный, нет нагромождения, да? Да, интерьер получается более нежный, более такой воздушный, ну и тем более, согласись, когда особенно маленькая комната, 15 квадратов, даже 20 квадратов, на самом деле комната небольшая, интерьер выглядит совсем по-другому. Кстати, ведь можно приобрести два тюля, даже лучше приобретать два тюля. Так, интересно, да, уже. Скомбинировать. Ну, например, вот смотри, сделать середину золотую, сверху повесить бордо и при этом создать эксклюзивный интерьер. О, потрясающе. Выбирайте для себя цвет, выбирайте два цвета. Вы знаете, это ведь такое предложение, которое не просто создаст новое настроение, полностью новый интерьер будет у вас. Вы обратите внимание, как изменится не только ваш дом и интерьер, но и ваша жизнь. Потому что, как говорится, да, меняя все вокруг, мы меняем свою жизнь. Кать, давай еще раз поговорим о материале и еще о деталях. Меня интересует вот этот внизу кант интересный. И для чего он сделан? Ариночка, это утяжеление, чтобы тюль красиво лежал, вот такие детали, а не колыхался. Знаешь, приятно очень. Конечно, это очень приятно, действительно. Знаешь, я вот сейчас хочу поговорить про материал. Ведь данный тюль создан не просто с помощью напыления, да, нанесения рисунка, ведь это жаккардовая органза. Посмотрите. Обратите внимание на весь этот блеск, на все это сияние, что очень важно. Важно то, что этот принт, он создан с помощью сложнейшего плетения нити, жаккардового плетения. Вот это золото, это люрексовая нить, которая дарит этот неповторимый блеск. Слушай, главное, конечно, чтобы этот блеск никуда не делся. Это самое, знаешь, ну, главное. Ну, Арина, он никуда не денется. Давай проведу эксперимент. И я же люблю все доказывать. И что ж, прямо сейчас в прямом эфире доказательства. Это да, не жалеешь ты. А мне не страшно, потому что я выбираю для вас только самое лучшее. Ну и, конечно, для себя в том числе. Посмотрите, обратите внимание, что блеск остался таким же. Десятилетия прослужит тюль, ведь это жаккардовая органза. Жаккардовая органза за 1699 рублей, ведь это 3 метра, представляете? Это не просто 1,5 метра, как мы привыкли в магазинах, стандартный белый тюль. Нет, 6 цветов на выбор, 3 метра роскоши. Посмотрите, какое качество, практичность. Представляете, Катя, как без щерно терла, ничего не осыпалось, ничего не остается на руках, потому что это жаккард. Настоящее, а это вот доказательство, плетение. Кстати. Так, что это? Доказательство, обратная сторона. Что, а, то есть ее нет просто обратной стороны? Конечно, что изнанки, это действительно, да? Жаккард, абсолютно плетение верно. Плетение вот тоже. Абсолютно верно. Мы видим с обратной стороны, что это действительно не принт, что это сложнейшее жаккардовое плетение. Вот я как эксперт хочу отметить, что на органзе, на очень тонкой органзе, очень сложно создается вот такой вот уникальный дизайн. Очень сложно создавать такой шедевр. Шедевр, который будет служить вам без потери качества десятилетия.